было ощущение, что Баку — это какая-то вообще деревня, что это вообще не цивилизация. Вроде там в Грузию, в Армению уже много билетов, сюда поехали, ну давай попробуем в Азербайджан. И все, вау, ничего себе. Как красиво у вас все, как цветно. Маме повезу, белорус. Сейчас, например, я уже когда говорю слово «наш», «моё», это уже я говорю про Азербайджан, а не про Россию. Ну, конечно, там Азербайджан в плане сервиса отстает там от того, что было в Москве. Неравенство мужчины и женщины здесь присутствует. Женщина должна то, а мужчина должен то. Иногда даже шаббат соблюдаю. Я сейчас тут наемся на пару дней вперед. Когда у всего мира был ковид, у нас здесь была война. Ну, работает и ладно, да, ну как бы люди после... А как? А дальше что? Подпишите по-братски, пожалуйста. Привет, вы на канале Растрига Док. Это подкаст об эмиграции «Кто куда?». Меня зовут Оля Данилевич, и мы в Баку. По одной из версий, Баку означает «обдуваемый ветром». Но, правда, не сейчас, в 35-градусную жару, когда я могу только мечтать о каком-либо ветре. Больше похоже, что Баку – это город контрастов, где рядом с небоскребами соседствуют постройки 12 века, где за фасадами суперсовременных зданий люди сушат белье во дворе на фоне обшарпанных стен, где рядом с девушками в никабах ходят девушки в мини и с декольте. Сюда, в этот город, приехали каждый по своим причинам. Гендиректор и основатель компании «Фибрум» Илья Флакс и тату-мастер Яна Любименко. Собственно, за тем, чтобы узнать, какие причины их переезда, мы сюда и приехали. Поедем узнавать, а вы пока подпишитесь на Растрига Док, там много интересного. Илья Флакс – предприниматель, IT-разработчик, родился в Казани и с детства увлекался программированием. Первую свою игру он создал в 15 лет, а когда вырос, основал компанию «Фибрум», которая занимается разработками в области виртуальной реальности, например, создает VR-шлемы. В марте этого года Илья переехал в Баку, где занялся созданием русскоязычного комьюнити для релокантов. Свой проект он назвал «New Zion» по аналогии с подземным городом Зионом из «Матрицы». А самого себя Илья скромно называет «архитектором», тоже по аналогии с «Матрицей». В Баку я 6 марта. С 6 марта. И уже 5 месяцев, получается. И сейчас мы ровно в том месте, где у тебя была первая квартира. Да, все верно. Вот, собственно, как раз там балкон. Мой первый вид из моего первой квартиры, которую как раз мы на Airbnb сняли, ничего не понимали вообще про Баку. Но вы знали, что у вас квартира будет рядом с Девичьей башней? Да, но я хотел, чтобы первые дни мы насладились пейзажем на море, дети, супруга. А знаете, тогда еще с женой знали историю? Ну, Девичьей башни не знал историю. Ну, как раз какая-то старинная крепость, старинная башня, наверное, что-то в ней интересное. Можно, наверное, будет погулять, потому что там написано было «Старый город», как раз «Миф» теперь уже знаешь? Да, много мифов есть. Ну, мой любимый миф – это про то, что, значит, нет, про то, что дочь какого-то тут правителя, когда ее пытались выдать замуж, сказала: выстрой мне такую, папа, башню, чтобы я могла насладиться видом Баку перед тем, как покинуть отчий дом. Это вот так. И я подумала, что это интересная символическая такая история. То есть кто-то отсюда как бы уезжал, а вы приехали, чтобы смотреть на башню. На самом деле очень интересно, потому что я сам с Казани, и в Казани тоже есть такая мечеть Кул-Шариф и башня Сюмбике. И башня Сюмбике немножко наклонена, и там тоже есть ровно такая же история, как по Девичьей башне, что какой-то там казанский хан хотел выдать свою дочь, какого-то там не сильно хорошего человека. Она, короче, видишь, расстроилась башню и прыгнула в казанку ровно метров, наверное, 900 от Сюмбике, как она допрыгнула и прыгнула в... Ну, раньше знаете, как прыгали? Раньше спортсменка была, да, наверняка. Ну, короче, это был первый дом. И сколько ты там прожил? Ну, порядка 2 недель, наверное. Нам все даже показалось, что это очень классная квартира, такой вид. Ну, очень такая старая, на самом деле, квартира. Люди здесь, видимо... Сколько комнат? Сколько стоило? Комнат было, ну, 3, получается. То есть 2 спальни, зал, кухня, прихожая. Стоило, я даже сейчас не помню, сколько. Ну, долларов 50, наверное, в день. Может быть, 50-40. То, что он мне потом предлагал... Ну, это типа центр-центр совсем. Да. Но это уже за пределами стены все равно.
Да, ну вот, собственно, если туда прогуляться, как бы, как раз в глубину старого города, там как раз будет и улица, где бриллиантовую рука снимали. Да-да-да, черт побери, уголок, да-да-да. Слушай, мне кажется, все русские, которые приезжают в Баку, они обязательно на этой улице делают свой видос, все падают, вот да, этот да, вот и ложатся, очень, да, не очень по-актерски, но как получается. В Баку я познакомилась с еще одной россиянкой. Правда, она переехала в Азербайджан не в 22-м году, а, как это принято говорить, еще до того, как это стало трендом. Яна приехала в Баку 7 лет назад, здесь родила двоих детей и открыла тату-салон. Я из Питера. Ну, до Питера я вообще с Архангельской области. Вот. Но последние там 8 лет до Баку я жила в Питере, училась там и все. Вот. И когда я сюда уезжала, у меня все близкие, знакомые, и все такие типа... Что ты, куда? Там, не знаю, белье в море стирают, вот на терках. Ну, вплоть, то есть, было ощущение, что Баку это какая-то вообще деревня, что это, ну, у тех, кто живет в России, да, там, у моих родителей, все, что это вообще не цивилизация. Вот. А у тебя? И я тоже ехала с такой мыслью, что у меня там девочка знакомая была, она говорит, я ездила там пару лет в Баку, а она говорит, я блондинка, все, на меня вот так вот все смотрели, вот так вот. Просто даже я иду со своим мужчиной, на меня все равно вот так смотрят. Я думаю, ну все, пипец. То есть я ехала с самыми негативными мыслями. Ну ты ехала, подскажи мне, без дредов тогда еще, да? Да, у меня были не просто... Не вся забитая... Да. Нет, вообще нет, абсолютно. Просто светленькая европейская внешность и девочка. Вот. А, никакого лишнего андеграунда, ничего такого. И нет, я приехала, я прошлым бывшим мужем сюда ехала. Угу. Вот, а он из бакинец. Да. Да. И мы просто решили поменять в какой-то момент обстановку, потому что в Питере, не знаю, что-то выгорание какое-то произошло уже, и все, это погода, и вот это вот все. И хотелось чего-то разнообразия. Вот. Мы такие, ну давай пойдем поживем. Солнце хотелось, короче, скажи прямо. Солнце хотелось. У меня, я говорю, у меня был синдром, питерский синдром первое время в Баку. Когда в Питере ты видишь солнце, ты пофиг на работу, пофиг на учебу, пофиг на... Ты идешь гулять, потому что надо словить солнце. 3 дня в году, конечно. Вот именно, да. Надо же поймать его. Вот. И здесь я приехала, я... Солнце, надо идти на улицу, надо идти на улицу. И у меня, наверное, первые полгода было такое, что солнце, надо идти гулять. А потом я привыкла, что постоянно солнце. Типа, не надо на него реагировать так ярко. Ну, вообще, вот эти, ты, опять же, возвращает тебя к первым впечатлениям. Окей, солнце, а вот развенчались ли те мифы? Абсолютно, абсолютно. То есть здесь мы сразу же познакомились, там, с какими-то прошлыми друзьями его встретились. Попали в сообщество таких стартаперов-айтишников, потом каких-то предпринимателей, потом еще каких-то с йогами познакомились. Ну, то есть мы как-то стали резко общаться в кругу адекватных, интересных ребят. И плюс по городу я тоже ходила, мы куда-то заходили, вот это вот гостеприимство, обслуживание. Я вижу, что здесь цивилизация, что здесь все хорошо, здесь все нормально. Да, отстает от России, отстает года на 4. Все, что там модно сейчас, через 4-5 лет будет модно здесь. Угу. Вот так вот, примерно. Поэтому можно смотреть на Россию, брать оттуда тренд и начинать его делать через пару лет, и ты выстрелишь. В Питере я была графическим дизайнером, фрилансером, которая работала 24/7 из дома. Угу. Я просто просыпалась, чистила зубы, садилась за компьютер, сидела, чистила зубы, засыпала. То есть у меня был очень странный график, так там, когда-то выходила, но когда ты сам за себя ответственный, ты работаешь, сколько есть работы. Мой близкий партнер Арас Мамед, он сам из Баку, у него мама в Баку живет, родственники, и так оказалось, что мы были с ним вместе в Москве, и он сказал, я поехал в Баку к маме, ну, как бы, ситуация там была достаточно сложная в Москве, поэтому, как бы, он говорит, я лечу в Азербайджан. Баку. Я говорю, а где это? Азербайджан? Баку. Это страна, город, это что? Где это вообще? Какой? Ты посмотри, это как все русские, немножечко с пафосом, да? Наверное, я рад, что приехал в эту страну. Но ты приехал и сразу как бы с мыслью, что ты вот сюда, по крайней мере, на какое-то время приезжаешь пожить? Или ты приехал просто за компанию с другом потусоваться? Не, я приехал с семьей, с двумя детьми, с собакой. Ну, не очень потусоваться. На самом деле, не думал, что все будет, наверное, так масштабно, как получилось сейчас. Потому что первый, когда я прилетал, просто была сложная ситуация по компаниям. Mm-hmm. У меня международная компания, которая занимается виртуальной реальностью, Фибром, то есть такой большой эксперт, пионер виртуальной реальности вообще в России, инновационная компания. То есть, первый виртуальный шлем. И шлем, и софт, там, и резидент Сколково. Так вот, собственно, да, компания Фибром, она находится в России, на Кипре, это международная компания. Ну, в принципе,
были определенные сложности по организации, скажем так, работы. Поэтому я искал какое-то новое место. В принципе, я там мог и в Израиль поехать, много раз там был. Но сейчас звезда Давида вот здесь, да? Звезда Давида, да. Здесь тоже еще такая. У тебя это атрибуты в том числе твоей веры или просто для красоты? Не, ну я не скажу, что я прям очень верующий, но как бы звезду Давида ношу, как по традиции. Без кипы, правда, иногда даже шаббат соблюдаю. Серьезно? Да, мы немножко отвлеклись, да, на самом деле. Ну, то есть уехал, потому что Ара сказал, поехали, там, не знаю, классная страна. Я говорю, ну, поехали, посмотрим, на самом деле. В Израиле я бы не вывез команду, потому что сейчас, видите, там, из пандемии была в марте. То есть не все пускали в Израиль, только там граждан и туристов с очень, ну, по очень сложному протоколу. Поэтому в целом, ну, как бы, я люблю что-то новое. Я говорю, а, поехали, почему нет? За два дня мы собрали чемоданы. Там еще... А что жена тебе сказала? Такой, милый, мы едем в Азербайджан. Она говорит, куда? Что, поехали, а что нет? Нормально, да? Да, да. Когда я приехала сюда, и мы занимались как раз бывшим мужем именно графическим дизайном, видео снимали и все. И я думала, что мы въедем вне цивилизацию, и мы такие питерские ребята, приехали, модные, стильные, и сейчас как у нас бомбанет. Но нифига подобного не произошло. Вот, потому что здесь были свои дизайнеры, может быть, не такие как бы супермодные и современные, как в России, но это и не надо здесь было. Вот. А, во-вторых, вот это же сарафанное радио, пока тебя никто не посоветовал, к тебе не обратятся. А так как мы приехали здесь, ну, мало знакомых, вот, очень сложно было с работой. Потом я в какой-то момент вообще выгорела. Я и в Питере уже начала выгорать. А здесь из-за того, что еще сложности были, вообще я довыгорала полностью, сказала, я не могу больше этим заниматься, не могу больше сидеть у компьютера. У меня уже просто от компьютера я сажусь, подхожу к нему, у меня все тело начинает болеть. Я говорю, я не могу больше с компьютером общаться, я хочу другим заниматься. Мне нужна работа. Я так себе сразу же выверила, что я хочу. Мне нужна работа с людьми, мне нужна работа руками, что-то такое художественное, так как я как бы в этой сфере. А, надо искать. Вот я как-то начала одно, другое пощупала, это посмотрела, о, татуировка, надо посмотреть, провела такое мини-маркетинговое исследование, посмотрела, кто есть на рынке, что умеют делать, что не умеют делать. Все работают по картинкам из интернета. Я такая, ага, надо рисовать эскизы. Я так нащупывала. Ты то сама есть... себя считаешь русской в Азербайджане, в Баку, или ты как бы такая, я тут как будто бы уже местная? А, не, я само собой русская в Азербайджане, но сейчас, например, я уже когда говорю слово «наш», «моё», это уже я говорю про Азербайджан, а не про Россию. Когда «наша страна», я говорю «наша страна», это я говорю уже про Азербайджан, например. Ты давно была в России последний раз? А, года три назад, где-то так. У тебя там остались родные? У меня отец там, да, живет в Питере. Ты не скучаешь по питерскому андеграунду, по питерским, не знаю, бесконечным песням Цоя где-нибудь там? На самом деле бывают такие моменты, какие-то ностальгические там или еще что-то. А, вот как началась пандемия, я не ездила, а до этого раз в год я езжу, недельку гуляю, кайфую, кушаю там, это возвращаюсь. Мне недели хватает там. Пачкает мороженое.
здесь нужно быть готовой, что здесь есть менталитет, вот. Особенно у мужчин, что здесь есть какие-то удобства и правила, к которым они привыкли, что женщина должна то, не должна то. У меня пытался вот второй муж, он, первый он такой более европеизированный, да, мышление, а второй, у него было такое, вот это нельзя надевать, вот это вот неправильно, вот это правильно. Для меня с моим типа все равны мужчины, женщины, для меня это было что? Почему? Почему? Ну типа вот это вот неравенство мужчины и женщины здесь присутствует. Женщина должна то, а мужчина должен то. А ты должна мне подать на стол, а ты не должна ходить в коротком, а ты не должна то, а ты не должна все. Я такая, что? В смысле? И что, как вы с этим договорились? Были такие сильные терки насчет многих вещей. Кто победил? Учитывая, что ты в длинном платье. Ну, такое открытое немножко. Нет, на самом деле я победила. Нет, с чем-то он смирился, с чем-то я смирилась. То есть, что мне было несложно принять, я такая, хорошо, что было ему где-то проще принять, и я на этом категорически такая, ну, как бы, я считаю, что это неправильно. Ну, ладно, хорошо. То есть, компромисс в любом случае есть. Хаш, это вообще просто такое невероятное открытие было. То есть, мне говорят, пошли на хаш в 7 утра. Я такой, а что такое хаш? Ну, такой бульон наваристый. Супчик такой. Супчик такой, да. Я говорю, я помню, даже в Москве пробовал что-то в бане где-то. Я говорю, ну, я приезжай. Приезжаешь на хаш в 7 утра, ну, там, в 7.30, когда мы приехали, тебе наливают такой наваристый бульон с мясом. Ты выбиваешь этот бульон водкой в 7 утра, подчеркиваю. Происходит это действие час. Ты выбиваешь одну тарелку хаша, вторую тарелку хаша. И где-то к концу первого у тебя уже такой, знаешь, как будто такой сидишь такой и там стекаешь. То есть у тебя мозг такой, кровь от мозга оттекает, потому что очень жирный бульон. Да. Причем водка специально, это традиция такая, пьется, чтобы еще это больше эффект был. И ты прям такой, все, такой, у тебя полный релакс. Потом после хаши едешь домой, 2 часа спишь и просыпаешься, как будто ты реально там, свежий. Не знаю, пол-литра водки не выпил, то у тебя полностью перезагрузка. И да, это вообще, как мне кажется, про еду можно говорить бесконечно. Бесконечно, да. Просто лучшего шашлыка, кебаб, дюшбара, такие суп с маленькими пельмешками, с уксусом, кебабы, эти кутабы с мясом, с зеленью, даже с верблюжьим мясом есть. Специально есть место, где делают кутабы с верблюдом. Очень вкусно. То есть, где бы я ни ел шашлык, там даже такие, чем менее пафосное место, тем вкуснее шашлык. Но вкусный он везде. Но есть, опять же, я такая, знаешь, ложечка дегтя. Ага. Все твои приятные слова про Азербайджан. С кофе. Потому что во многих местах, реально во многих, тебе не могут сделать американо, капучино и вот это вот все. Все предлагают турецкий кофе. Ну, это на любителя. Кто-то обожает турецкий кофе, кто-то там не особенно любит. И сегодня я прям просила официанта, они могли сделать только кофе по-турецки, я попросила принести мне кофе по-турецки и кипяточку я просто разбавляла. Зато ты сможешь погадать на турецком кофе, и везде есть свои плюсы. Я не умею. Нет, тоже есть такое первое впечатление, кто нас приезжал, говорит, то здесь не найти хорошего кофе. На самом деле есть... Ну, уже там 5-6 мест. Я не считаю, мест, что кофе по-турецки плохо, просто я не люблю. Ну, не, как бы, есть 5-6 мест, где делают и мачо, делают зеленый такой кофе, да. И делают капучино на разном молоке. То есть несколько мест, где там супер крутые завтраки, там ест пашот, и супер вкусный кофе, правильно его обжаривают. То есть надо знать места. Так, есть какие-то не сильно дорогие такие маленькие забегаловки, где там просто такая, за метр на метр тебе делают кофе, ну, даже там оно не сильно плохое, как бы, а места специализированные, там очень вкусный кофе. Где отдыхают бакинцы? Ой, слушай, это так сложно оказалось, я не ожидала, что так возможно. Типа, я приехала сюда, здесь море, вот, выходишь на бульвар моря, но загорать нельзя, и купаться нельзя, ничего нельзя. Мне сказали, что есть 2 места, где можно. Чтобы сделать это, ты должен поехать за город, чтобы покупаться в море. А ножки ты можешь помочить? Мы не пробовали, но... Нет, не стоит. Грязно очень. А. В черте города, вот прям вот где бульвар, все очень грязная вот эта вот вода. Не стоит там ничего мочить, чтобы не было... Не мочите манту. Да-да-да-да-да. Чтобы потом не было лишних проблем с врачами. Ну и в итоге куда вот ты ездишь, например, отдыхать? Ну мы ездим Мердокианы, это как бы как в районе, за город, да, немножко там. Шихово, самое ближайшее, это Шиховский пляж, но он рядом с городом, поэтому здесь там вода такая себе. Ну там бассейны можно где-то зайти, ножки помочить. Нет, а я вот имею в виду прям отпуск. Вот отпуск. Если прям отпуск, вот у меня как раз было 3 дня отпуска, это надо ехать в район.
Здесь потрясающие районы, потрясающая природа. Единственное, вот я говорю, я не получалось у меня за эти 7 лет выехать, потому что не было своей машины. И это очень сложно. На автобусах туда не поехать. Есть туры, когда ты едешь, там собираются 10-15 человек, там есть ведущие, они тебя везут на автобусе. Но с детьми я не готова, например, так делать. А их тоже оставлять не хочется, хочется им тоже показать, это все красиво. Вот, поэтому вот сейчас мы собираемся свою машину покупать, вот сейчас брали в аренду, поехали в Шамаху. Ты водишь? Я нет, у меня муж водит. Вот, и у меня есть права, но я не вожу. Я боюсь, особенно в Азербайджане, я боюсь, здесь люди не ездят по правилам, здесь люди ездят по интуиции. Все нарушают правила. То есть у меня вот, допустим, приехал клиент недавно из Канады, говорит, живу в Канаде, говорит, я не могу здесь водить. Там все четко, там все ты знаешь, что нигде ничего лишнего. Если есть там 100, ты едешь 100, не 120, нет. Здесь нет такого. Здесь все равно все нарушают. Мне не хочется лишний раз нервничать, чтобы мне и хватает на работе нервов. Сколько стоит, например, в Баку снять квартиру? Сколько стоит там на неделю закупиться едой? Вот какие вообще примерно цены? Ну, с точки зрения продуктов, конечно, дешевле, чем там, в России, чем в Москве, намного. Здесь есть много рынков различных. То есть продукты, кстати, в большинстве своем, ну, может быть, не в большинстве, очень много продуктов из России. То есть там и каши, колбасы, молочка, там, и домики в деревне. То есть очень много продуктов из России. Само собой, как бы эти продукты, ну, наверное, стоят сейчас дешевле, чем там в Москве. Ну, как бы так базово, конечно, оценка все равно есть, потому что это привезенные продукты. А так фрукты, овощи, ну это просто везде, это там дешево, вкусно, там сейчас арбузы пошли, то есть когда приехали, там гранаты были, то есть здесь каждые два месяца какой-то раз и рефреш, то есть сейчас гранаты. Ну вот сколько это на неделю закупиться продуктами, это сколько примерно денег надо закладывать? Ну, на семью, скажем, вот с одним ребенком. Ну один раз сходить в магазин, там купить, не знаю, молоко, яйца, там фрукты, овощи, хлеб. Там какие-то, может быть, сладости, ну, там, не знаю, 100-150 манат. Ну, то есть это вот такое уже полное. Давай сразу переводить в какую-нибудь. Ну, это $80 там примерно. Ну, то есть пускай это будет, там, не знаю, $70-80. Это вот там целая корзина необходимых продуктов, ну, не знаю, наверное, чуть больше, чем на неделю. Ага, а что по ценам на жилье? За, там, 700-800 манат, это, опять же, там, $300-400, можно, там, снять, ну, такую, как бы, одну двухкомнатную квартиру такой не очень хорошего уровня. Но при этом она будет где-то рядом там, с метро или нет? Ну, будет, конечно, рядом с метро, прям, может быть, не в двухминутной доступности. То есть я вот начинаю от 800 манат, пусть будет там, не знаю, $500, $600, 1000 манат, да, то есть тоже. Это уже можно хорошую квартиру снять в хорошем районе, с хорошей инфраструктурой, там, например, тот же Хатаинский район, где есть вся инфраструктура, доступ до моря буквально 10 минут. То есть 1000 манат, вот, повторюсь, это $550-600, это уже очень хорошая квартира, там 2-3 спальни, все, ну как бы, вот это такой уровень. Дальше уже есть какой-нибудь там порт Баку, квартира получше, там, не знаю, с посудомойками, там, с везде с кондиционерами, с балконами, то есть там, не знаю, 200 метров, но она может стоить там 1500 манат. Вот, то есть это там $800. Ну, то есть, опять же, по московским меркам это очень недорого. И, как я уже говорил, что, ну, мне очень нравится, что некий вот такой персонал, который работает в своей семье, то есть там приходит, например, уборка, она еще и готовит, потому что она профессиональный повар, то есть она 4 часа убирается. Ну, это вам так повезло, это же не... Ну, это по знакомству нам дали. Ну, в принципе, это везде. То есть, там, если это няня, то она еще и готовит. И с точки зрения там, денег, оплаты, ну, это стоит, там, не знаю, за один раз мы платим, не знаю, 50 манат. Это за готовку 4 часа, то есть полностью на неделю, и 4 часа уборки, там, полностью такой генеральный. Ну, может быть, не каждый раз генеральный, но хорошая уборка, там, балконы моют, все. Это стоит 40 манат. 40 минут это $25. Ну, то есть $25 там, в Москве я платил в 3 раза больше только за уборку. Если говорить о покупках и походах в магазин, то я столкнулась с тем, что в местных магазинах качество продуктов, особенно овощей, часто, скажем так, оставляет желать лучшего. Знающие люди советуют за качественными, хоть и более дорогими, идти на рынок, самый известный из которых – Ешил-базар. Его еще называют «зеленый базар» или «грин-маркет». Сейчас. Здрасте. Как красиво у вас все. Как цветно. Вот это я понимаю помидоры. Это не то, что мы видели в магазине. Понюхайте. И пахнут.
черри разные. Там есть черри, помидор. Черри не, не так интересно, как большие. Черри у нас тоже есть. Да. А бакинские большие, это вкусные, все, пахнущие, помидоры. Это уже не привозное, это все наши. Азербайджанцы. Все ваши. Да. Это, у нас уже почти что привозное, помидоры, огурцы нет. Все местные, мы своя продукция. Слушайте, мы видели вчера в магазине очень грустные помидоры. Очень-очень грустные. Такие плохие. Знаете как? На маркете, который продается, у нас в рынке такой мы товар не продаем. Потому что самый качественный, самый хороший товар здесь на рынке. Но дорого, но все равно здесь самый хороший. Ну да. Потом, помидоры-то мы не увезем. Ну, помидоры, если каждый сегодня, например, наезжаете, да, сегодня покупаете. А если сейчас покупаете, еще три дня будет здесь у вас отель, это уже никак ну, не да. получится. Потом, ну, красиво по помидорам походить. Это все чай да, тоже? Все в цветах? Все вместе, это да. чай, да, это чай. Это вот азербайджанский вкусный букет, это линкаранский. Это чай, хороший чай. Боже. Да. Да. Вот уже оно все так сорт. Пахнет тут. Ну, да, видите, сорт. Вот у нас вот, букет. Почти что мы перевозной ничего не продаем, тоже. Только свои. А там все есть. Здесь все есть. Там шпран есть, там всякое есть. Да, вот это зеленый, а или черный. А, здесь а все это вместе. Роза, микс, да. Это роза. Вот это кишмиш. И кишмиш. А как его заваривать вот правильно? Это, да, да, да. Это просто вот это черный чай. Как обычно чай да. заваривать, это да. то же самое. То же самое. Да. да, это супер, вкусно, хороший. А вот можно это... мне вот такого микса? Я не умею торговаться. Надо торговаться или нет? Нет. Говорят, что неуважительно, если не торгуют. Она мой родственница, она не обманывает. Все, беру, беру. Можно? Маме повезу. Мама. Беларусь. Спасибо. Давай тоже мне. Вот это у вас тут и душ есть. А, да. Спасибо большое. Спасибо. Не разрешают мне тут есть. Сказали там идти. Сообщество русскоязычных релокантов «Ньюзион», которое создает Илья Флакс, насчитывает сейчас несколько десятков человек. Все они размещаются в специальном кампусе, который азербайджанские власти разрешили обустроить в так называемые деревни атлетов. Во время крупных международных соревнований, которые проходили в Баку до пандемии, там жили спортсмены. А сейчас приезжие из России, Беларуси и Украины. У нас нет какого-то такого прям жесткого отбора, в принципе, да. Там мы, конечно, как-то модерируем, но в целом там у нас есть и айтишники, и творческие люди, и музыканты, дизайнеры, специалисты по различным профессиям. То есть нельзя сказать, что прям, конечно, только айтишники. Безусловно, 70-80% IT, ну, как бы, реально там у нас есть на пианино Ребекка играет, она в Маринке была квартирмейстером, сложно мне выговорить это слово. Концертмейстером, да. Да, да, да. Мы даже у нас в коворкинге, видите, пианино недавно поставили. У нас там и спорт помещает, и футбол, и теннис играют. В общем, чего только нету. То есть люди, которые переезжают, вы помогаете им с оформлением документов, ну, собственно, предоставляются апартаменты. Что в этих апартаментах есть? Мы, наверное, отличаемся Ньюзион тем, от ну, как говорится, каких-то там случайных выездов там, в Грузию, Армению, Турцию, тем, что мы комплексно подошли к задаче. То есть мы встречаем в аэропорту, там, человек приходит в апартамент, у него уже там стоят это, бананчики, водичка, все необходимое для первых дней. Плюс... Вы продуктами еще и забиваете? Ну, минимально, как бы, просто люди приехали, хотят водички купить там с детьми. У нас много семей с детьми живет. Угу. Там, детский сад, они принесли детей друг друга детский оставляют. Детский сад, он там же, на территории? Условно детский сад, да. Нет, детский сад тоже рядом. Ну, и они друг друга оставляют детишек, куда-то ездят гулять. То есть уже настолько так комьюнити тесное, там, какие-то мы и в мафию играем, и вечерами собираемся. Недавно беседку открыли, там шашлычную пати делали. То есть, в принципе, комьюнити очень тесно с друг другом общается. И когда люди приезжают, то есть они уже приезжают, заселяются, и мы даем такую дотацию, что они могут пойти там, в Браво или в любой другой магазин и купить там на там, $300 или $400, в зависимости от апартамента, маленький или большой, все, что они хотят.
То есть сначала мы хотели как-то сами все это делать, но с другой стороны, кто-то любит там розовое одеяло там, и голубой пододеяльник, кто-то любит по-другому. Поэтому мы решили просто эту сумму вычитывать из стоимости аренды первого месяца, ну и как бы и людям комфортно, и нам комфортно. То есть первая как бы встреча в аэропорту, расселение, живешь и работаешь в коворкинге. То есть спускаешься вон в тапочках на лифте и приходишь в коворкинг работать. А в апартаментах, то есть есть мебель, техника? Да, да. Мебель, то есть и техника, и кровати, и шкафы, и полностью кухня, гарнитура оборудована, даже микроволновая печь есть, холодильник. То есть апартамент очень сильно обставлен, мы сейчас зайдем, посмотрите. То есть первый минимальный апартамент, он где-то 130-150 метров квадратных, и большой 250. Ну и все это стоит сильно ниже рынка, и с точки зрения там ремонта, ну, делали хорошо, делали для себя. Логичный вопрос. Люди, например, условно, в России, да, увидели там ваш Ньюзион и говорят такие, я хочу переехать. Во-первых, сколько стоит пакет, во-вторых, как его оплачивать с русскими-то картами? Ты заполняешь анкету, в принципе, да, там предоплату ты можешь оставить, есть какая-то международная карта через карточку, в принципе, мы доверие. То есть еще там за 5 месяцев не было ни разу, что-то обещал приехать. С кого-то мы даже не берем предоплату, если есть какие-то проблемы. Готовим для него квартиру, то есть все приехали. Сейчас такая как бы органическая волна идет. То есть вот недавно как раз семья заселилась с тремя детьми, мы как раз, может быть, сегодня к ним в гости придем. У нас полный комплекс, то есть и ВНЖ, и помощь по работе, и коворкинг, и спортивные мероприятия, и экскурсии мы проводим от комьюнити. Уже, наверное, 5-6 экскурсий провели. То есть, как бы, и на пляже ездим, и в районы Азербайджана ездим, и шашлычные тусовки устраиваем в комьюнити на территории Олимпийской деревни. Коворкинг буквально, наверное, 2 месяца назад полностью с нуля мы за свои деньги его инвестировали, мебель, интернет, ну, как бы, там, кофемашины и все остальное. То есть сейчас полностью приходи, работай, получай удовольствие. Как девочка спрашивает, у вас стиралки или у вас какая-то прачечная? Стиральная машина, да. Есть. В каждой квартире стиральная машина. Ну, опять же, когда будет комьюнити большой, мы уже обсуждали и с Олимпийской деревней, что, конечно, это будет инфраструктура развиваться. То есть и прачечная, и консьерж-сервис, например. Что-то нужно заказать, тебе лень идти в Браво, там, водички, пиво холодное во время жары, все, что хочешь. Звонишь консьерж-сервису, как бы тебе привозят, там, чтобы ты не ходил, не тратил время. Спорт-площадка тоже у нас есть, но будет еще тренажерный зал на территории Олимпийской деревни. То есть все зависит от количества релокантов. Все, вот мы заезжаем в ворота Олимпийской деревни, как я и сказал, даже быстрее доехали, да. 11-12 минут. Здесь вообще в Баку самое распространенное, как ты можешь что-либо делать, это сарафанное радио. Mm-hmm. Здесь ни одна реклама не будет работать так, как работает сарафанное радио. Потому что когда тебе нужна какая-то услуга, когда тебе нужно что-либо... Это называется кумовство. Вот. Когда тебе что-либо нужно, ты спрашиваешь у знакомых. Сначала, а где мне это достать? А кому мне пойти? А ты. Я а порешать вопросики, когда у тебя есть, ну, там, знакомые, родственники? Конечно, сразу же звонишь и говоришь, вот это вот мне нужно. То есть здесь вот так вот это все. Ты должен обрасти своими связями. Знакомыми. Допустим, я считаю, что если у тебя есть в городе свой парикмахер, нейлмастер, там, гинеколог, косметолог, все, ты уже почти, ты здесь. А кто-то из правоохранительных структур для того, чтобы порешать вопросики, метнуться кабачком? Желательно тоже иметь. Здесь такая тема есть, что если у тебя есть знакомый в какой-то сфере, ты ходишь только к нему. Потому что если ты пойдешь к другому, и твой мастер узнает, тебя выпилят из списка клиентов. Некоторые так делают, но это чисто свое. У тебя есть свой. У меня муж, например, покупает цветы в одном магазине. Я говорю, плохо делают. Плохие флористы, некрасивые букеты. Говорит, я не могу идти в другой магазин. Я уже у них покупаю много раз. Я должен идти к ним. Я говорю, тогда научи их букеты делать красивые. То есть вот такое. Здесь как-то вот это вот кумовство, вот это вот все. Если ты с кем-то уже работаешь, допустим, он что-то покупает, да, мы что-то покупаем. И мы можем через весь город ехать туда покупать там, потому что мы там все время покупаем. Или ты идешь на базар и покупаешь на базаре все время у одного и того же человека. И он тебя уже знает, вы здороваетесь, обсуждаете детей, там, я не знаю, что-то с утра, там, все. У меня есть вот где расходники для студии покупаю, дяденька. Он меня и на такси посадит потом, еще это что-то сделает, и это. Вот ты все время ходишь к одному человеку. Показывай свои владения. Все, это все владения Ньюзиона, да? Welcome to Ньюзион. Да, я что мечтал, что через лет 5-10, когда уже будет в Олимпийской деревне, там, 2000, 5000 людей, как бы 15 тысяч максимум, здесь будут вывески Ньюзион клуб, Ньюзион там, коливинг, Ньюзион коворкинг. Люди просто не будут выходить за забор, понимаешь? Да, свой мир. Как в Зионе матрицы. Очень приятно, что, на самом деле, невзирая на то, что
коливинге живут люди там из Беларуси, Украины, России, все живут достаточно дружно. Как бы, да, и... кстати, нет никаких... Нет, никаких проблем нет. Но в целом это и есть плюсом, что, например, как кто-то приехал в Армению, в Грузию, все хаотично выселились. Кто-то там, одна позиция, у кого-то другая. Мы здесь живем все одним комьюнити, все понимают, что как это. У каждого есть свое мнение, и он имеет на него право, и все. Мы это не обсуждаем, поэтому как бы, мы там вне политики, мы живем, работаем, мы развиваемся. В этом доме как раз и живут релоканты, да, правильно? Да, это вот, собственно, два корпуса, где порядка, наверное, 2000, ну, не 2000 квартир, 2000 квартир всего оборудования. В этих двух корпусах порядка 200-300 квартир. Собственно, уже два блока мы заселили. Ну и будем продолжать, собственно, да. Если ты видишь, сколько здесь корпусов, просто все это пустует, тут, конечно, просто невероятный простор для развития. Ну, ты так сказал, что как будто бы план реально заселить прям все-все. Ну, все-все. Мы 15 тысяч человек, наверное, как бы только в мечтах заселим. Ну, там, мой амбициозный план, там, 500 тысяч людей, которые уже могут делать такую основу для комьюнити, чтобы инфраструктура внутренняя развивалась. Потому что как только здесь появится много семей, сразу уже и магазины, и бренды сюда, ну, придут для того, чтобы давать какие-то услуги. Плюс мы имеем много специалистов внутри, которые свои какие-то услуги могут здесь запускать. Ну, как я говорил, Вениамин запускает английский клуб. Там Ребекка делает плавучую оперу, играет на пианино. Поэтому у нас столько кадров, что мы сами можем делать для себя бизнес. У нас есть общий чат в комьюнити Олимпийской деревни. Там у кого-то упала, там, я не знаю, там майка с балкона во время ветра. Чья там? Это моя, там, я не знаю. У кого-то там есть консервный нож. Такой. Как банку открыть, все равно не открывается. Потом поставь под горячую воду. Ну, то есть это такое как бы бурлящее живое комьюнити, которое друг другу помогает там. У кого есть там холодное пиво, там, не лените, браво. У меня есть, сейчас дам, потом даже три. Ну, то есть, это реально живет, там, я не утрирую. Есть специальный чатик у нас большой, где 800 человек, ну, как бы, те, кто интересуется, работает, ну, в смысле, кто сюда приехал, кто еще живет в России, Беларуси, Украине, они просто читают, смотрят. Это такой чат на 800 человек, хотя он полностью органически развивается. Начиналось там с 50 энтузиастов, когда только начиналось все, потом 100, 200, там, 500 отметок, сейчас уже скоро 1000. Есть именно те, кто живет в Олимпийской деревне. Это уже в плане сообщества, в плане того, обмена опытом, какие-то мероприятия мы там освещаем. У нас даже, видите, как бы современные технологии привезли, как инноваторы, у нас вход под печатку пальца. А если я свой воткну, что будет? Не получится, можно сказать. Как походим? Welcome to coworking Низиона. Вот, собственно, так выглядит наше прекрасное пространство с кондиционером, с вкусным кофе, как я уже говорил. У нас Ребекка играет на пианино, о котором я тоже говорил. Видишь, играет специально в наушниках, чтобы не нарушать рабочий режим. Слушайте, вот ребята работают. И вон даже картина. Здесь был у местного художника, мне понравилась картина «Гиперпанк». И вот он дописал «Ньюзион», там даже фибром написано у нее на талии. Такого. Надо набить себе тату, да? Тоже. Но, да? Ну, пока не... шахматы. Шахматы, все. Это так, чтобы отвлечься, да, тоже? Да, у нас мы иногда играем в шахматы, то есть один ход сходил, кто-нибудь пришел на следующий день поработать, еще один ход сходил. И вон даже есть... Сколько длится уже эта партия, сколько лет этой партии? Не, ну это пока уже закончено, как бы, но так люди играют, да. Ну вот, собственно, наш коворкинг. Но опять же, это еще и такой как бы network stage, да, то есть люди приходят, обмениваются опытом, общаются, то есть где ты еще найдешь, скажем, там, такой набор и айтишников, и крутых специалистов там из России, Беларуси, Украины, с которыми можно пообщаться. Все общество и все заведения, они разделены на русский сектор, азербайджанский сектор. Тут даже в школах есть русский сектор, азербайджанский сектор. И все стремятся отдать ребенка именно в русский сектор. Вот, потому что, во-первых, там лучше учителя, там лучше учебники. То есть не вся литература, не все переведено хорошо, грамотно на азербайджанский язык. И учителя тоже азербайджаноязычные, они чаще всего менее квалифицированные, чем русскоязычные учителя. И даже те, кто в семье у них только азербайджанский, они хотят и то своих отдать детей в русский сектор, чтобы у них в семье был азербайджанский, и второй был русский уже учебный. Вот. И поэтому здесь в русский сектор попасть просто так тоже тяжело. У тебя у детей гражданство азербайджанское? Да. У дочки еще русское есть. Потому что детям до 18 лет можно иметь два гражданства. А после потом 18 надо лет она должна будет выбрать. И что ты будешь советовать своей дочке? А это будет ее выбор. Ну, ты наверняка будешь что-то советовать. Нет, конечно, мы все такие правильные люди, тут никак не лезем в чужое личное пространство. Ну, ты же начнешь там ей потихонечку. Ну, смотря как Россия по какому пути пойдет. Сейчас меня этот путь максимально не радует, и я никак не хочу быть связана с ним и детей связывать с ним. То, что сейчас происходит, мне совсем не нравится, и я... Вот видишь, как бы я как раз рассказывал про квартиры. Можно небольшую экскурсию проведем? Да. Вот здесь
собственно, это большой апартамент, трехкомнатный, да? Который... Нам предоставили выбор квартир. А сначала мы начали с нижних этажей, а вот, и как бы третий, четвертый этаж нам предложили. Мы говорим, так, повыше хотим. Да, поднялись повыше и увидели вот эти вот окна. И все, вот вид. Мы говорим, все, дети, мне говорят, все, мы остаемся здесь, и все, больше а чем занимаетесь? У меня в России своя академия гимнастики, акробатики и танцы. А вы как узнали про ребят? Да, чисто случайно. Вообще чисто случайно в поиске в Гугле. Как бы загуглила переезд, потому что я смотрела ролики. Меня завлекали в Турцию все друзья, знакомые. Говорят, давай там в Турцию. Конечно, блондинка Губага, за счет вас не завлекали. Ну, у нас многие уехали в Турцию, друзья и так далее. Но у меня, конечно, в приоритетах было образование для детей и, конечно, не турецкий язык, потому что все-таки русский должен быть. Как бы, да? Соответственно, Баку нам очень хорошо подошло. Мы поступили, девочки и мальчик, у меня поступили в Бакинскую академию хореографии. Слушайте, все, что вы рассказываете, прекрасно, и все это положительно, но я у всех спрашиваю еще и про минусы, потому что они наверняка есть, и наверняка вы хоть какие-то довидели. Вот, наверное, вы не увидели. Для меня лично. Вы знаете, я вообще уже старенький человечек. Я из дома очень редко выхожу. Мама заслуженный педагог по фортепиано. А вчера? Я, представляете, такая жарища, да? Я говорю, все, идем. Я должна здесь окрестности все увидеть. Потому что я еще ничего не видела. Вот. И я проделала 3 километра, понимаете, они все умирали, а я... Нормально. Браво! Вы еще смотрите, вы сейчас еще на танцы запишетесь, тут да. Наверняка. Ну, да. У нас по воркинг есть пианино, у нас ребята, приходите на... Вы видели. Да, мы уже с ней пообщались, но, увы, я, например, играть не могу. У меня руки нигде болят. Ну, слушайте, вы начали с 3 километров, неплохое начало. Да, вы знаете, я была очень удивлена. Для меня лично, как для многодетной мамы, для меня в приоритете это, конечно, воспитание на уровне как государства, да? Потому что ты не услышишь здесь какую-то небранную лексику, неправильное поведение. Может, вы просто не поймете, потому что она азербайджанская? Нет. Здесь есть уважение очень сильное к старшим. Мамы проехались везде, уступают чуть ли не везде. Скажите какой-то пример, как это уважение проявлялось? Мы поехали в мечеть, где, я не знаю, как она называется, но там свет, вот, на ней. Как святое место, потому что мамы ноги подняли. И там все сбежались, понимаете, вот. Ну, то есть, вот мы были только вдвоем с моей дочерью, да? И все сбежались, говорили, сейчас мы вам поможем. И молитвы помогают одевать. И все. Да. И за ручки держали. Вы не представляете, настолько было приятно. Потом меня запустили, это уже другая была мечеть, туда никого не запускают. А меня запустили прямо в гробницу, или как это называется, туда, вовнутрь. Ну, говорит, вам можно. Маму лучше. Ну все, короче, по Москве вы точно не скучаете. Я лично нет. Лично нет. В Москве, вы понимаете, что сейчас, может быть, с обстановкой какой-то, но время такое наступило, оно довольно-таки уже давно, но люди более обозленные там, да. Девочки, хотя... давайте честно, сейчас не смотрим на маму. Так, вы правда тоже не скучаете по Москве? Нет. Никто, ни одна? Нет. Знаете, что во время карантина как раз, когда у всего мира был ковид, у нас здесь была война. Да. Вот, у нас здесь была Карабахская война, то есть свои территории забирали. Это был самый патриотичный момент в моей жизни. Я никогда такого не видела. Как здесь люди все радовались, когда мы взяли Шушу. Тут просто праздник был, машины гудели, из окон высовывались с флагами, машины ехали все с флагами. Это было что-то невероятное. Мы просто вышли на торговую, и весь город был здесь. Весь город просто праздновал, ликовал. Это было что-то такое невероятное.
После этого, ну, как бы, вот во время войны и после настроение вот прям патриотичное. Очень-очень. И все за Азербайджан, все вот... Очень все много прям... флагов, и мы все думаем, это какая-то, это кто-то кого-то заставил, или это от сердца люди реально вывешивают от сердца, флаги? Честно, от сердца. Есть такой момент, что заставляли. Я причем, когда во всех магазинах, во всех заведениях были вывешены флаги во время войны. Угу. И к нам даже тоже пришли из какого-то ЖЭКа и сказали, вам тоже нужно повесить флаг. А если нет, то что? Просто нужно. Просто нужно, да. И как бы я и так сама собиралась, но они раньше меня пришли, я такая, да-да-да, мы все повесим, не волнуйтесь, то есть все окей. Вот. И во всех вообще местах. Но его сейчас нет флага. Сейчас уже нет, уже все прошло. Да, война закончилась, как-то постепенно все стали убирать. Вот, сейчас уже тоже убрали. А так у нас тоже на окне висел. Татуировки с изображениями, не знаю, флага азербайджанского. Делали, да. Делали? Я даже делала акцию, то есть именно после победы. У меня была акция, там, не знаю, 40 манат, совсем когда копейки, за татуировку с какой-то символикой победы и вот это всего. У меня очень многие делали цветок харабельбюль. Это символ Шуши, символ Карабаха. Потом, как выглядит цветок? Да, он как орхидея, только такой на какую-то бабочку, на что-то похож, на какую-то птичку. Вот. И, значит, многие делали харабельбюль, кто-то делал какие-то изображения именно достопримечательностей карабахских, кто-то делал именно символику флага, там красный, зеленый, синий, вот это. Ну, в общем, разные, там, Карабах из Азербайджан писали, ну, прикольно было очень. Вот в то время был прям такой бум. Мы пришли в заведение под названием «Наргиз». Это не реклама конкретно этому заведению, но просто здесь все так аутентично, что хотелось вам показать. У нас тут есть гюрза. Это такие, могу я сказать, азербайджанские хинкали другой формы или не могу, не знаю. Надеюсь, что не обидится никто. Долма из виноградных листьев, завернутые, точнее, виноградные листья. Это фейхоа из компотов. Фейхового, не знаю, как правильно сказать. И компот из кизила. А тут еще вот да, какой-то люляшечка, шашлык. Но главное в этом заведении, что, как вы можете видеть, все немножечко с коврами, подушки с коврами, сидушки с коврами, скатерть вот тоже как будто бы немножечко ковром. И здесь есть... Если вы думаете, что все это, наверное, несколько человек, то нет, это все мне. Мы когда сюда летели, я была уверена, потому что все об этом говорили, боже, в Азербайджане ты везде можешь говорить по-русски, тебя все поймут. И первое, с чем я столкнулась, это, ну, во-первых, просто чтобы вы знали, для того, чтобы вызвать такси, Яндекс.Такси не работает, конечно, Bolt или Uber, и вот я установила себе Bolt, вызываю такси, и мне все таксисты начинают перезванивать, и они не говорят по-русски, они не понимают меня, но они продолжают все мне звонить. Да, это более странно. Я почему-то думаю, когда они сделают кнопку, ну не звоните мне, ну не хочу я разговаривать. Просто приезжайте, пожалуйста, да, на да. точку. Так, точка, а потом еще когда-то садишь, спрашиваешь, а куда мы едем? Я говорю, так точка уже есть, куда мы едем? Я же без точки не смог бы это вызвать. В общем, это смешно. На самом деле это редкость, потому что, наверное, процентов, 80, если бизнес или комфорт плюс вызываешь, говорят на русском. Угу. Если вызываешь там эконом. Я вызывала эконом, сорян. Вот они, да, они говорят, еще ругаются, еще быстро воют. Я бы эконом не вызывал, учитывая, что если такси стоит очень дешево. Это правда. Ну, там 2-3 маната, 1,5 маната. Это просто можно делить наполовину, и плюс-минус будет цена в долларах. То есть, просто что, опять же, для информации, приехать из аэропорта в центр города стоит примерно 10 манат. Если вы, опять же, вызываете какой-нибудь Uber, если вы не платите на месте таксисту, который вас там пытается вытащить из толпы. Это примерно 6 долларов так. Ну, скидку. Ну, это копейки, да, собственно. Даже, ну, да. Даже, а что я... еще по сервису? Ну, то есть, какие у тебя претензии? Давай, чтобы не было прям сахар да. в сахаре, по чесноку. Ну, вот. В целом, конечно, там, IT-индустрия, там, приложения какие-то банковские, да, там. Я не знаю, мне кажется, я, когда мне было 15, а мне сейчас там 35, я такие приложения в браузере делал, там, Hello World. Ну, там, примерно, такие инфографика, очень все неудобно. Сколько занимает перевести деньги клиенту одного банка? Нет, это как раз быстро. Банка, да? Вот, да, это занимает там одну секунду, но люди, которые привыкли к Тинькову, там, не знаю, к Альфа-банку, это, конечно, непривычно, что надо что-то кликнуть, что-то нажать, там, вручную вбить, там, ну, в общем. Конечно, там, Азербайджан
в плане сервиса отстает там от того, что оно было в Москве, да, там, может быть, каких-то других стран. Ну, видно, что и правительство, и местные компании понимают, как бы, этот дефицит. Поэтому, когда там, условно, мы приехали, когда рассказал про релокацию, про IT-кадров, как бы они сказали, что, ну, это просто то, что нам нужно, потому что там эти знания, понимание, как уже есть, ну, там, в современном удобном мире с точки зрения сервиса, мы понимаем, мы можем сделать это здесь. Там это логистика, доставка еды быстрая, там какие-то сервисы, покупки магазинов, ресторанов, заказ. Ну, то есть все, что там мы привыкли в основном в России, чтобы было удобно, комфортно, здесь, конечно, чуть отстает. Ну, в принципе, это неплохо, не хорошо, но не все, как бы, страны там, да, как бы, такие современные, как с точки зрения там кадров, всего, ну, не только кадров, я имею в виду, возможности и, там, и банковских, мы про банковские приложения говорили, то есть да, это просто какой-то старый интерфейс. Ну, работает и ладно, да, ну, как бы, люди, просто, хотелось бы лучше. Люди не напрягаются. На самом деле, самое, наверное, прекрасное, что ты учишься там, как бы, ну, для меня, как бы, открытие там в Азербайджане, в принципе, там, и в Израиле тоже, когда я был с семьей. Оно есть, и люди не напрягаются, мы напрягаемся, вот там из-за приложения, что неудобно, оно глюч, сразу Facebook пишем, сразу отмечаем, как бы, какое приложение работает, потом подключается поддержка. Ну, да, наверное, это хорошо. Ну, а людям и так нормально, их устраивает. Ты деньги же можешь перевести, можешь. Да, будет лучше. Там, мы понимаем, у нас целый список есть там, в комьюнити, там, по моим компаниям, то, где мы хотим применить, усилить там, ну, местные сервисы Азербайджана, например, логистика, доставка еды, там, и банковские приложения. И приложение по security, ну, вот, в принципе, большой-большой очень бэкграунд. Я не понимаю, почему в туалетах, в уорных, в смысле, и гостиниц тоже, но гостиниц в меньшей степени, но вот ресторанов и кафе 100%. Почему туалетная бумага висит вот на этом уровне? Почему это так низко? Здесь не пользуются туалетной бумагой. Я понимаю. Но она тебе может понадобиться для каких-то, условно, других целей. Почему она у пола? Это же, ну, даже не очень гигиенично, что она так близко к полу. Не знаю, в домах нормально. Бывает. Но ты обращала на это внимание? Ты понимаешь, о чем я говорю? Я пару мест видела, но вообще нет. Вообще не могу сказать, что прям так. Мы заходили в несколько кафе, и вот туалетная бумага реально висит у пола. Я не понимаю, почему. Я тоже не знаю. Я думала, что, может, вдруг ты знаешь ответ на этот вопрос. Я первый раз приехала такая... пришли к подруге в гости, к знакомой девочке. Я такая, а что у вас за ваза в туалете стоит? Она такая, это автофа. Я такая, что это такое? Типа, для меня это было непонятно. Автофа? Автофа. Это такая вот с носиком, такая пластмассовая ваза. Это мыть попу, вот это вот все дело. Вот. Автофу я еще не встречала здесь, кстати. Потому что она в основном в домах пользуется, да. А так гигиенический душ везде стоит. Ну, гигиенический душ это везде стоит и в ресторанах тоже. Да. Но вот это где-то в домах осталась автофа, и вот у нее была, я такая, а зачем ваза в туалете на полу? Если они такие стали ржать надо мной, типа, что это? Да, для меня это было первый раз. А теперь я не представляю себе жизнь без гигиенического душа. В Баку живя, я приезжаю в Россию, такая... А как вы без этого живете? Я расскажу тебе, как без этого живут люди. Если вдруг ты забыла. Я все же жила. А сейчас я уже для меня дикая. Я такая прихожу и такая, а как? А дальше что? Наша рубрика о туалете. Идеально. Вот одну жменьку такого. И давайте, можно я тоже этот попробую? Да, попробуйте. Вот хватит сколько? Хватит, да. Ну, она такая не приторно сладкая. Я люблю такое. Мы взяли самый натуральный курагер. Я... И полезный для сердца. Вот. Все для пользы. Я еще вот эту хочу взять. А это, подождите, это что? Это груша. Это для компота. А почему она черная? Это так-то. А, все. Вот черный слива, красный слива. Вот это попробуйте, пожалуйста. Красная слива. Кушайте. Я сейчас тут наемся на пару дней вперед. Что это такое? Боярышник. Боярышник? Да. Это боярышник, а вот так готовим. Это паштет как, да? Как пастеля, да. А там есть сахар? Нет, это чистый боярышник. Здесь, мне надо тоже, здесь, вот этого мне тоже здесь надо. Здесь компонент добавок нет ничего. Это очень вкусно. Просто я вот готова обниматься. Девушка. Извините, я забыл, как сказать. Оля, ничего страшного. Оля Хана. А давайте. Оля Хана, вот такой у нас есть. А это что? Это какао. Какао? А, халва. А, как халва. Но не халва. Нет.
очень интересно. Все, давайте пробовать. В Москве тоже есть ваши точки. А вот вы туда такое же возите, скажите мне честно? Как? Вы вот туда такую же красоту возите? Нет, там, там другое. А, там одежда? Другого, да. А что вы не возите к нам вот это все? Там, ну, там есть. Ну, там есть. Ну, вот, но... я бы вот такого не видела. Ну, я уже прочел. Есть, но очень мало, да. А сейчас вот... Ну, вот мне надо. Мне надо, приезжайте. Ну, это уже подумаю. Потому что сейчас очень кризис, все это мировой кризис. Дорого деньги, возить? Да, деньги кладешь, а черт знает, ты тут возьмешь или нет. Ну да. Вот за это очень сейчас очень рискованно. А здесь, ну, стабильно? Ну, здесь, конечно, у нас стабильнее. Мы знаем, здесь мы этот продали. А там... И тем более мы работаем уже с заказом работаем. Уже у нас есть свои собственные клиенты. Угу. Вот до сих пор, как мы их обеспечиваем, и они довольны. Так, мы пробуем... Это, как мне сказали, только типа чай. Халвы. Ну, я сейчас чай. Чай, вот у меня чай есть. Да, с чаем еще вкуснее бывает. Это же какой-то суфле. Кушайте, пожалуйста. Такое все вкусное. А это что? Это... И... В смысле изюм? Смотри, что. Изюм, сказали мне. Это он до того, как высох совсем? Нет. Вот теперь кушайте. Это как паштет, как там свет. С косточкой? Нет, там никакой косточки нет. Он полезный очень. Это правда? В смысле? Это, да. Что это такое? Раз. Там нет. Такого не видели никак? Нет. Сейчас, подержи, И на вкус это реально изюм. Только он толстенький. Это что, препка выросла по такой же. Еще? В общем, вы сегодня вечером ничего не будете кушать. Я да, даже вы... завтра, я думаю, да. Может, не буду кушать. Я понимаю, например, что я не поеду больше жить никогда в город, в страну, где холоднее, чем здесь. Никогда. То есть для тебя это основной были... плюс Азербайджана и Баку, в частности, это... Погода, да. А что с ветрами? Тут же говорят ветра. Да, ветра сильные, но как-то к ним можно привыкнуть. Но, допустим, сравнивать с тем же Питером, где постоянно мрачно, влажно, где вся обувь убитая в реагентах, вот этот дождь мокрый, вот это все, Я никогда больше не поеду. Сколько даже. Зимой градусов в Баку? 12, 10, плюс. То есть не то, чтобы тут снег выпадает? Нет, здесь снег крайне редко, и это в районах есть, тут есть Шахдах, куда можно поехать на лыжах, ну, кататься. Ну, короче, горы, вот да, только там. Вот, да, только там, в Баку нет снега. А когда здесь снег выпадает, это что? Это город останавливается. Все. Машины не едут, такси не едут, гололед, все сталкиваются. Город не приспособлен к снегу от слова совсем. Невозможно, чтобы здесь снег выпал. Ну, такое же иногда бывает даже в каких-то... Бывает. На странах, пару дней, где вообще... На пару дней останавливается снег. Город. Люди на работу не выходят, дети в школу не идут, если вдруг выпал чуть-чуть снег. Вот ты когда вообще приехал в Баку, только приехал, у тебя какие были впечатления? О, на самом деле впечатления у всех, когда приезжали в Баку, и у нас шри-лаканцев, и у всех, кого я знаю, наверное, 80% вообще не представляли, что это за страна на самом деле. И такой культурный мост, который мы сейчас выстраиваем, показывает, что такое Азербайджан, что здесь есть небоскребы, салоны Lamborghini, Ferrari, куча регионов, ну и в принципе современная, там очень как бы богатая страна с кучей возможностей. Я уже был и в регионах, там ездил в Габали, в Шеки, то есть просто горы, как Швейцария. То есть, конечно, я не мог даже представить, что Азербайджан это такая, ну, как бы красивая страна с морем, там, с классным климатом, с прекрасными продуктами. И 80% релокантов тоже не представляли. То есть они ехали там и все, ну, поехали в Азербайджан. Вроде там в Грузию, в Армению уже много билетов, все туда поехали. Ну, давай попробуем в Азербайджан. И все, вау, ничего себе. Это был подкаст «Кто куда» и наш рассказ о том, как живут русские эмигранты в Азербайджане. Если вам понравилось, ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на нас в YouTube и на подкаст-платформах. Меня зовут Оля Данилевич. До встречи в новой стране и с новыми людьми, решившимися на переезд.